Ну, это же 12-й у нас, да, фестиваль? 12-й. 12-й. Южина, да. Тут такие признания, кто-то кого-то там благословил, кто-то для кого-то стал первым, кто-то вторым. Я тогда тоже туда расскажу, может, кто еще не знает, как там в анкете было малоизвестный факт. Когда я приехал сюда, в Крым, и тут только начал вот узнавать каких-то людей, людей вообще в принципе, познакомился там с одним моим теперь хорошим другом, и он потом, был первоапрельский концерт шуточный, вот, и у него не получалось выступать, а Наташа его пригласила, а он говорит: «Не, Наташа, у меня не получится, но я знаю точно, кто может выступить». Ну и, значит, сказал, куда мне прийти с гитарой. Он не так сказал. Есть гораздо... Нет, есть много ребят, которые гораздо лучше меня поют. Да? Нет, я такого не знал. И прислал вам. Да, и вот, в общем, вот в тот день я и познакомился с Наташей уже там, потому что я пришел, во-первых, я, как всегда, опоздал. Я тогда любил опаздывать. Как и сейчас. Володя, Володя, можно маленькое дополнение? Будь осторожен, первоапрельская шутка — это всегда очень серьезно. Потому что я понимаю. Первоапрельская шутка моих родителей обернулась тем, что я появился 1 января. Есть такое дело.